Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Cat Quest 2. И мы с вами отправляемся на следующее задание. Так, отстаньте от меня все, пожалуйста, отстаньте. Так, монетку забираем. По водичке мы с вами ходим. Кстати, нам нужно идти именно вот куда-то на север. Стрелочка нам показывает. Ух ты, смотри, какие медузы в рогатых шлемах. Прям как какие-то викинги. Так, не догонишь. Вход в Гавкару. Ничего себе. Гавкара, это такое впечатление, как будто мы... Ой, ничего себе. Это что за куст такой был? Тихо, он еще и стреляет, вспомни, ты представляешь? Похоже, мы застряли снаружи, говорит Кири. Пещерка. Но выглядит так, будто это может быть входом. Давайте исследуем пещеры в окрестностях, чтобы убедиться. Мяукей? Мяукей. И, кстати, эта пещера где-то вот здесь находится. Вот она, да? Погнали. Уровень 70. Точно это? Ой, тихо, тут кусты. Ребята, опасно, опасно тут бегать. Так, это что у нас такое? Пустыня Гавкара. Ага. Слушай, ну получается, что действительно нам нужно в ту пещеру. Блин, а как? Как мне опять здесь пробегать? Так, не трогайте меня, пожалуйста, злые кустики. Отвалите от меня. Ну что же, давай. 70 уровень, а у нас с вами 62. Слушай, опасно это на самом деле. Путь к гробнице Люпуса. Ого. Ты посмотри, какие там. Дай хотя бы проверю, смогу я с ними справиться. Хоть с одним хотя бы. Блин, ну они жесткие. Блин, я боюсь, ребята, их. Я их очень боюсь. Мы здесь можем пробежать? Ать, у нас получилось. О, вот это я понимаю, вот эти вот малыши для меня. Ничего себе, малыши. Победи еще такого малыша. Давай, 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 давай. Отходим, отходим. Ты посмотри, какой, а. Вот прицепился-то ко мне. Он тоже там делает кувырки. Давай, 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 давай. Тихо, аккуратно, чуть было не подбил меня. Так, а вот эти вот, что у нас за цветочки? По-моему, чем-то они бомбили, или мне показалось? Тихо. Нет, мне не показалось. Давай, пёся, помогай. Не надо, не надо тут ничем бомбить. Давай, 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 пёся. Наказывай, наказывай его. Ой. Чуть было не погиб. Ребята, у меня очень мало здоровья. Молодец, пёся. Так, а как мы с вами там восстанавливаем здоровье? Помнит кто-нибудь, а? На какую кнопку надо нажимать? Угу. Понятно. На кнопочку R. Что-то как-то слабенько мы с тобой захилялись. Мне кажется, и маны у нас нету. Так, это цветочки тогда тоже отсюда лучше издалека. Да чтоб тебя, а! Нет, надо еще аккуратнее действовать. Пёся, ты меня пугаешь, господи. Своей магией этой. Давай, давай, давай. Так, отходим, отходим. Пёс, ты вышел бы, обошел бы вот это все и начал бы его там бы бомбить. Нет, ты стоишь тут, нервируешь меня. И ману причем сливаешь просто зря. Отходим. Отходим, добиваем. Блин, мне бы уровень получить. А то как-то чувствую себя ущербно немножко. Я 62 уровня, а здесь, извините меня, враги 70-го. Ну куда это годится? Так, что? В чем прикол? Ага, понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно тебе. Так, давай-ка мы с тобой воскресим нашего котю. Так, а переключаться у нас как? Помнит кто-нибудь? По-моему, Z или X? X. Угу. Так, смотри-ка, здесь еще какой-то есть потайной вход. Но я еще здесь еще не все проверил, поэтому... Я, с вашего позволения, здесь... Да чтоб тебя... Котя, опять ты упал. Почему ты такой ватненький? Тебе достаточно одного удара, и ты сразу падаешь. Может быть, это слишком сильные вот эти вот шарики энергетические, что тебя так быстро уничтожают. Сейчас мы с тобой быстренько тут пробежим. Куда я иду? Ума не приложу. А, вот они где. Давай хотя бы одного попробуем бомбануть. Что он делает там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё такой злой-то? Тихо.
А что ты ко мне-то докопался? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой, друзья, я его боюсь. Я серьезно тебе говорю, я его боюсь. А он за мной прицепился, ты представляешь? Ай! Котя! Котя! Так, а эти шарики по нему бомбят. Обманул, дурачка. Я, кстати, не знал, что это так будет. Котя воскресился, молодец. Так, давай-ка я поменяюсь. Слушай, ну я пойду тогда еще, наверное, того добьем с вами, да? Чтобы он нам, ну, не мешал, мало ли там чего. Его также за собой притянем. Так, нам надо немножечко с вами... Ой, восстановить. Ману потратил всю. Ну ладно, с ним разберемся, давайте. Ать. Кстати, здесь можно и побегать, я думаю, да? Поворачиваться. Ой, а там еще. Я-то, честно говоря, думал, что это один здесь, но нет. Оказывается, он не один. Так, может быть... Пес, ты меня как-то немножко смущаешь. Давай-ка попробуем, знаешь что? Пускай он здесь идет на эти шарики и получает урон. А мы с вами вот так вот будем это все дело убегать. Смотри, какой хитрый. Есть, мы его подбили. Заодно, кстати, и опыт получаем. Так что это нам выгодно. Как говорится, если мы не можем с вами победить силой, то будем побеждать хитростью. Логично. Так, у меня мана накопилась. Восстановим себе здоровье. Я вот думаю, может быть, и этих двух хламонов еще подбить. Вот они тут ползают. Или бегать все-таки здесь. Ой, отходим. Блин, ну зачем же вы вдвоем-то прицепились? Давайте по одному. Нет, они не хотят по одному, они хотят всей толпой. Так, тихо. Ну ты сейчас сам напрочь. Я же сейчас вот сюда вот переп... Ну, не, ты иди сюда, иди сюда. Ха-ха, что, застрял? Застрял? Ой, ну тогда извини, парень. Тогда мы тебя сейчас быстренько здесь уничтожим. Слушай, ну это классно. Так, уровень все равно у нас пока 62-й. Вот, мой песик там бомбит магией ледяной. Все, подбили. Пойдем забирать. Сколько же еще-то нужно опыта-то набрать, чтобы получить следующий уровень? Ну что, с тобой-то, я думаю, мы в легкую расправимся. Но если честно, вот его магией бомбить это очень долго. Очень долго. Песик мой почему-то не хочет его наказывать. Он как бы бегает вокруг него. Все, в принципе, хорошо. И в то же время не такого эффекта я... Эй-ей-ей-ей-ей! Ёлки-ты-палки, ребята, вот это да, вот это нежданчик. Мне надо моего котю спасать, если честно. Я без коти никуда не пойду. Не собираюсь даже и рыпаться. Котя, давай, вставай, родной. Молодец. Оклемался. Пойдем этого теперь партизана с тобой добьем. Нам же нужно с тобой получать опыт. Так ведь? Конечно, нужно. Ать! Чуть было не попало, а? Смотри. Осталось немножко, все. Так, друзья мои, мы сюда с вами что, пришли, чтобы убить этих котов гигантских, или кто это, я не знаю, или собаки это были. А теперь нам нужно идти дальше. Там можно вот наверх прогуляться еще, да? Вот под эти шарики лучше не попадаться. Мы уже убедились, что они могут тебя так бомбануть, что мало не покажется. Так, здесь у нас какой-то вход. Ну и вот здесь можем с вами побродить. Ого, смотри, как эти... Как они странно двигаются. Ой, как они странно двигаются. Но я могу здесь пробежать. Да, я могу здесь пробежать. Там сундучок, кстати. От сундучка я еще никогда не отказывался. Давай посмотрим. Шляпа туманного мага. Шляпа туманного мага. А можно мне посмотреть, она подойдет для меня? Так, Котя. Слушай, она дает минус 55 хп, но зато дает 24 к магии. Давай, наверное, возьмем. Нам здоровье как магу все равно особо сильно не дает прибавки, да? А вот сила магии нам, извините, нужна очень сильно. Пёсе, ну ты будешь биться или нет с ним? Наконец-то ты начал там как-то наказывать их. Давай, 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 давай. Осталось чуть-чуть, все. Хорошо. Ну, действительно, друзья, сколько опыта нужно? А, я понял, вон шкала копится.
То есть нам еще, ну, прилично, прилично. Давай, 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 давай. Ать, тихо. Слушай, а зачем я, интересно, опять будет бомбить, да? А зачем я иду вообще сюда? Мне, может быть, надо было все-таки в двери там проникнуть, которые мы не видим. Но они там есть. Так, что опять здесь такое? Что тут? Подожди-ка, какая-то коробка с монетками. Окей. Коробка с монетками. Дальше, тихо. Здесь не спешим с вами. Забираем опыт. По одному опыту. Так, подожди-ка, вот это тоже же у нас вход. Теперь мне очень интересно стало, потому что здесь два входа, получается. Слушай, а вот тут быстро они как-то. Хоп, хоп, надо так вот аккуратненько. Пробегаем. Сундук, по-моему, я этот сундук уже, да, чудовищная сила не дает его открыть мне. Давай мы этого с тобой накажем. Он 70 уровня, ребят, ну правильно. Какой я 62-й, какой он 70-го. Поэтому у меня не получается его так вот легко подбить. Ну, готов. Готов, там еще один маг, я смотрю, есть. Ой-ой-ой, отойди. Пёсе, бомби его. Нет, вот пес, вот, я не знаю. Один только я стараюсь. Он что-то бегает там, бегает, бегает, бегает. Ничего толком делает. Что это случилось, ребят? А что сейчас? Хм, сундук, что ли, могу открыть? Точно. Булава древнего властителя. Ничего себе. Слушай, это, наверное, как раз для моего пёси. Давай-ка мы с собой посмотрим. Так, вот пёси. А где эта булава? Вот она, да? Она дает, значит, 4 к атаке. А что так здоровье-то уменьшает? И 33 к защите. Слушай, она очень жестко отнимает хп. Ладно, давай хотя бы на пробу так попробуем с тобой. На пробочку, да? Если нам не понравится, мы его... Ой, черт подери. Вот это да, вот это я лопухнулся. Котя, давай, иди сюда. Вот это я лопухнулся. Я просто неожиданно так пошел и... Так, а это еще один вход у нас получается, да? Это мы с вами пришли на старую точку. Погоди-ка, а где-то здесь у нас был же еще один сундук, помните? Что-то я весь запутался уже, если честно. Где я был, где я не был, где этот сундук, помните? Он должен быть где-то здесь. Куда ты бежишь-то так, сломя голову? Вот здесь он, что ли? Ну, я знаю, что сундук должен быть. Или это он и был? Да нет, не может такого быть. Он где-то должен находиться, то ли здесь. Что-то я совсем все вокруг да около бегаю. Это, скорее всего, у нас, ребят, выход. Да, моя невнимательность. Или спешка, я бы так сказал. Так, котик. Слушай, я не вижу здесь на самом деле никакого сундука. И бегаем мы с вами почему-то вокруг да около. Я уже всю эту карту, честно говоря, пробежал. Ух. А это, скорее всего, у нас выход, да? Это выход наружу. Это выход наружу. Я, кажется, кое-что понял, друзья мои. Так, я что, не могу зайти? Смотри внимательно. Мы с тобой идем вот сюда. Нам нужно на середочку, так? Да. И смотри, что я... Блин, они опять появились. Короче, друзья, нам нужно с вами попасть именно в центр. У нас пещера находится в центре, так? Так. И дверь эта как раз она... Сейчас мы, короче, к ней отправимся. Получается, что я зря выходил из пещеры. Но я просто лишний раз убедиться захотел. Этих я даже трогать не буду, мы сразу с тобой побежим. Хотя их надо уничтожать для того, чтобы получить уровень. Так, здесь у нас аккуратненько постоим. Побежали. Постоим. Побежали. Вот это, по-моему, у нас... Точно, видишь, как я угадал? Так, ну что же, заходим с вами. Гробница короля Люпуса. Опять загадки, да?
Во время драконовых войн король Люпус считался самым сильным воином. Поэтому на заре империи было очевидным, что возглавить его должен Люпус. Мысли о королевском клинке не давали покоя Люпусу. Должно ли столь мощное оружие находиться в лапах одного королевства? И если да, то какого? Спустя много лет войны за королевский клинок Люпус и Филинград договорились расколоть его на обломки. Вскоре наступил мир, но коты и собаки уже не могли жить в согласии. Очень интересная история. Так, что у нас здесь? Настоящий король ищет не то, что он может забрать, а то, что он может дать. Восстановлены все королевские искусства. Вы достигли полной королевской силапы. И это в плане. Ха-ха-ха-ха. Наблизится конец. Очень интересно, это кто тут прошептал? Слушай, ну мы с вами получили какую-то полную силу. Наверное, нам нужно отсюда выбегать. Так. Эти силапы, должен сказать, вы восстановили все королевские силы. Вперед, вернемся к Хота. Мы должны остановить войну. Кири, я с тобой полностью согласен, вот только квест пройден. 65 уровень я получил. А как мне выбраться-то? Неужели опять в пещеру идти? Другого варианта я не вижу. Так, где у нас с вами короткий путь? Как я сюда шел? По-моему, вот здесь я пробегал, да? Сейчас, друзья мои, мы отсюда с вами выйдем. Очень быстро, надеюсь. Хопа! Видишь, как я? О, смотри! Смотри, что происходит. Я когда делаю кувырок, я почему-то свечусь. Хм. Раньше такого не было. Так, отойди. Не хочу с тобой. А-а-а, ты понял, что у меня происходит? Я когда делаю кувырок, я могу наносить урон. Вот это да, вот это новинка. А раньше такого не было. А что, интересно, я такое восстановил? Какие силы королевские? Что они имели в виду? Хм. Мне вот лично очень стало интересно, что они имели в виду. Тихо. Так, где у нас выход? По-моему, вот здесь вот. Значит так, нам нужно вернуться с вами к Хотта. Так, подожди, а как мы сюда пришли? По-моему, вот здесь, да, мы с тобой? Да, вход в Гавкару. Иди ты... Ой-ой-ой-ой, тихо, не надо. Ёлки-палки, ничего себе, какие злые эти медузки. Ну, что мне скажет на это Хотта? Вот самому интересно знать. Так, вот мы с вами пришли в королевство. Ну, Коша и Хотта уже внутри, ваше мурлычество. Последнее приготовление. Соглашаемся. Заходим. Хотта Дога. Осталось только расцарапаться со львом и волком, друзья. Теперь, когда вы располагаете всей королевской силапой, у них нет никаких шансов. Все верно, ребята, не забудьте обновить свою экипировку перед последней битвой. В плане. Ваше мурлычество, у меня уже есть план атаки, за мной. Хм. Погнали. Мяукей, именно это мы и сделаем. А что? Поскольку лев рвется в бой первым, то с него мы и начнем. Лев ненавидит магию, поэтому готовьте всевозможные заклинания. Потом, пока волк ждет нападения, мы зайдем сзади. Это действительно последняя битва, ваше мурлычество. Если у вас остались незавершенные дела, самое время их закончить. Встретимся в Каталице, как только будете готовы. Друзья, у нас разве есть какие-то дела? По-моему, нету. Давайте сохранимся. И побежим на задание. Слушай, я, конечно, не могу сказать... Тихо. Я, конечно, не могу сказать, что я супер-пупер сильным стал. И я даже не знаю, какие силы у волка. Так, а что это за задание у нас такое? Смотрите.
Привет, воины. Не можете мне в поисках гавгастических сокровищ? Утерянное сокровище. Слушай, ну это первого... 25 уровень требует. Ладно, согласимся. Спасибо, что предложили свою помощь. Можете звать меня Лайтан Дрейк, охотник за сокровищами. Я уловил запах кое-чего древнего и магического. А так обычно пахнут сокровища. Если вы разведаете все для меня, будет великолепно. Утерянные сокровища. Ага, ага. Вот эти вот, наверное, гаврики охраняют, да? Наверняка. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то у меня, ребята, как-то котик заторможенно ходит, если честно. Не знаю почему, с чем это связано. Так, а вот и, видимо, и сокровище, да? Слушай, а вот здесь я могу что-нибудь сделать, нет? Не могу. Ух ты, черепок какой-то. А что он так подсвечивается? А ну... Ой, он глаза открыл? Что это? Эй, там, предупреждаю, я хрупкий. Да, ребята, я правда череп на земле. Вы говорили о сокровище. У меня есть сундук с сокровищами, но я не помню, где он. Однако я не сомневаюсь, что вспомню все, как только верну себе свое тело, если уж говорить о нем. Я чувствую его часть поблизости. Поднимите меня аккуратно и идите по следу. А вы подобрали череп. Идите по следу. Я вообще-то должен был помочь чувачку сокровище найти. А вместо этого я взял череп. Так, а что это за звезды? Они исчезнут, нет? Исчезают со временем. Я не могу понять, почему котик у меня сам по себе бежит, а? Порой бывает такое. Это есть тело? Вы подобрали кости лап. Ага, значит, это еще не все. Я больше не чую никаких частей. Кот возьми. Есть тут где-то местечко, где я могу передохнуть и подумать немного? Знаете такое место? Тогда вперед, ребята. Так, ну ладно, пойдем вперед. Ну? Что? Говорящий череп? С потерянным сундуком сокровищ? Опушительно! Он может остаться здесь, не переживайте. Спасибо, что выяснили это для меня. Вот. Шляпа огненного мага. Хм. Приходите поразнюхивать с нами снова. Поразнюхивать. А, у него, смотрите, продолжение квеста есть. Слушай, может быть, возьмем, а? Отличные новости. У черепа появилась зацепка. Сокровища ждут нас. 28 уровень. Соглашаемся, да? Что ж, пускай мистер череп расскажет сам. Он много чего вспомнил. Я каламбур, и заклятие разделило мое тело. Остальные его части находятся в гробнице поблизости. Возьмите меня и в путь, ребята. А мы подобрали череп. Рассказ о коте и собаке. Так, подожди, а в какое подземелье мне надо идти? Давай-ка мы с тобой сохранимся, наверное, по-быренькому, да? Все, так, вот стрелочка нам показывает. Мы должны с вами идти куда-то. Тихо, не трогай меня. Ничего себе поблизости. А, ну, в принципе, да что ж такое-то? Почему кота так заносит, не пойму я. О, только что вспомнил. Я дружил с одним котом, его звали Маус. Вместе мы нашли сундук с сокровищами. Интересно, как он сейчас? Идем внутрь. Да что ж ты будешь делать-то? Проносит его и все. Хм, мои фантомы усики звенят. Туда, ребята. Куда? Ага, в эту точку, понял. Фантомы усики у него звенят. Мило так высказал. Да что ж ты будешь делать-то? Я не пойму я. Такого не должно быть. Друзья мои, такого не должно быть, чтобы нас вот так вот... Ага, чудовищная сила. Значит, нам нужно разобраться со всеми врагами. И тогда мы с вами сможем этот сундук открыть. Это было как в том подземелье. Ой, зачем я так сделал? Так, а что у нас в этой коробке? А, монетки. В коробках у нас монетки. А здесь? Меч солдата собаки. Получен опыт, плюс 20%. Я пока туда не пойду, я, по-моему,
Могу этот сундучок открыть, ведь могу или нет? Хм. Не могу. Хорошо, давай здесь постоим. Ой. Ой. Это нехорошо. Да, я уже понял, что это нехорошо. Ой, а как? Подожди. Ага, понял. Так, иди сюда. Надо его, ребята... Как же там сделать-то так, а? Нам нужно, чтобы он попал... Вот, понял, да? В общем, будем здесь вот мельтешить. И его, вот эти вот... Энергетические сгустки его должны уничтожить. Что ж ты будешь делать-то? Есть, подбили мы его. Так, нам теперь сюда надо вставать. О, разве вы не знали? Открывая сундуки с сокровищами, вы можете выпустить особые дары в мир. Когда Маус и я впервые открыли сундук, нам была дарована правильная речь. Это... В плане, кот возьми, это мое тело, но оно не особо дружелюбное. Так, что мы будем с ним драться? Точно. Тело. Наказываем тогда. Все? Допрыгался? Думаю, теперь можно присобачить лапы, которые вы нашли раньше. Вы закрепили лапы. И череп, да? О, песики, я только что вспомнил кое-что плохое. Да, Маус открыл сундук сам, и котам была дарована магия. В отместку я тоже открыл его, и собаки получили научные знания. Затем между нами завязалась драка, ведь каждого из нас обуяла жадность и желание владеть тем, что осталось в сундуке. Ох, продолжим. Теперь приставьте мою голову к моему телу. Окей. И сейчас он против нас, да, будет? Я не удивлюсь, если честно. О, песики, я вспомнил кое-что еще более печальное. Маус погиб. Его предательски убил другой кот, который завидовал всем его знаниям. Ёлки-палки, что же происходит-то? И почему я не удивлен? Простите меня. Ёлки-палки, я так и думал. Я так и думал, что это ты. Так, а это? Фух, теперь мои кости под контролем. Увидимся снаружи. Нет, это, конечно, все понятно. Оу, сундук, пойдем открывать. Ну, правда, там ничего хорошего ожидать нам не стоит, потому что уровень здесь маленький. Но все равно приятно. Буревестник. Уровень 11, так, атака 13. Слушай, давай посмотрим. Давай посмотрим, это для песика. Так, он дает нам... Нет, нам он... Подожди, мне надо на песика. Он нам дает, ну, прибавку к ХП. Но, извини меня, броню и атаку он все-таки понижает. Поэтому невыгодно. Ладно, давайте на выход с вами. Но... Грустно вспоминает, но я потерял друга из-за жадности. Вот, возьмите. Меч скаута. Мне нужно переварить всю эту новую информацию. Встретимся снова здесь же. Квест пройден. У меня 66 уровень. Кстати, а что вот это за башня такая? Книга первых королей. Цитата 7. Королевства наши сильны, это истина, но нет между нами единства. Не слушайте Элиуса слова. Истинный мир всему голова. Путеводный знак. Это я что, зашел вовнутрь, что ли? Елки-палки, я же думал просто почитать. Ну ладно, хорошо, давай прогуляемся. Что у нас тут? Вход. Ё-моё, это я где оказался-то? Так, пещера. Уровень один, да ну? А что делает уровень 1? Пещера храбрых. Что, серьезно, что ли, уровень 1? Ну, слушай. Они разбираются с полтычка. Там у нас эта статуя, да? Там есть надгробие. Чтобы поменять персонажа при одиночной игре, нажми X.
Слушай, ребят, ну это, по-моему, самое начало. Что-то как-то мне здесь не нравится. Пойдем-ка мы на выход отсюда. Такое ощущение, как будто это, знаешь, самый первый уровень, где нас будут сейчас обучать всему. Меня это не устраивает. Мы с тобой лучше просто-напросто давай отсюда выйдем. Так, а это у нас куда выводит? Тут тоже, смотри, какое-то задание есть. Ну, блин, я хочу встретиться с этим. Со скелетом, которого мы оживили. Он сказал, встретимся здесь же. Вот, пойдем мы встретимся. Вот он стоит и ждет. Я вспомнил, что случилось с ящиком сокровищ. Идем, заберем его. Так, это уже 35 уровень. Ящик Кламбура. Верно, теперь я вспомнил, что... закопал сундук там. В нем еще осталось одно последнее сокровище. Пора открыть его. Ну давай, откроем. Вот он, ребята, открывайте. Какой-то подвох, да? Вы открыли сундук с сокровищами. Что во имя собак происходит? Да елки-палки, ну... опять что-нибудь плохое, да? Собачьи печенюшки, теперь припоминаю, сундук пуст. Его использовали, чтобы заточить Аписа. Это я, Апис, убийца Мауса. И я, наконец, свободен. Твою ж налево, драться придется, да? Ты проклял меня и попытался забрать последнее сокровище из сундука. Но я затянул тебя внутрь и заточил. Мяучу, я почти выбрался наружу, когда какие-то оккультисты призвали меня. Свобода была так близка. Теперь ничто не помешает мне остаться на свободе и уничтожить вас. Ой-ой-ой, ребята, по-моему, заваруха сейчас будет. Ха, вы двое думаете, что сумеете остановить меня? Попробуйте. А я еще и не сохранился, да? Здорово просто. Так, иди ты отсюда, еще ежики всякие тут лезут мне под ноги. Так, давай, бомбим. Слушай, да он ватный. Я-то думал, сейчас будет такая мочилова, это сосунок какой-то. Слава усам, вы победили его. Мне жаль, что в сундуке больше нет сокровищ. Я выпустил последнее из них здесь, в память о Маусе. Это то самое место, где мы встретились с ним впервые. Хотите знать, что было последним сокровищем? Так вот, это был дар каламбуров. Маусу это понравилось бы. Забирайте сундук, он ценен сам по себе. А теперь мне пора присоединиться к Маусу. Спасибо и прощайте. Сундук сам по себе. Вы подобрали сундук с сокровищами. Мы подобрали сундук. То есть теперь мы должны его отнести Пёсе, да? Который нас попросил найти сокровище. Хорошо, мы это сделаем. Вот он. Вы говорите, что этот сундук даровал нам речь, магию и науку? Это бесценно. Это историческое свидетельство того, что коты и собаки могут быть друзьями. Вот, возьмите. Доспехи призрака. Ого. Благодарю, урчательно. Я не теряю надежды, что когда-то мы снова будем жить в мире. Квест пройден. Сохраняемся. Опс, а почему? А, все нормально. Так, мы сохранились с вами, друзья, и... хотелось бы мне посмотреть, что это за доспехи призрака. Для кого они рассчитаны? Так, доспехи призрака, где они? Вот они, да? Ой, подожди, что я сделал? Что я сделал? Так. Но мне нужно что-то на магию. Так, на магию, вот эту, да? Окей. Может быть, пёси? Нет, пёси, по-моему, тоже эти доспехи, к сожалению, не нужны. Значит, они, получается, ну, слишком слабые для нас. Слишком слабые, ладно. Ну что же, тут, кстати, тоже, смотрите, руинки какие-то. Уровень 25-й, под знаком вопроса. Сундук, смотри, какой-то там стоит. Исследовать табличку. Проверьте свою ловкость, и наши сокровища перейдут в ваши лапки. Волна 1. Да иди ты. Ага, ну давай посмотрим, что здесь за сокровища будут. Эть.
Тихо. Это, по-моему, перебор. Это перебор, тихо-тихо, надо аккуратненько здесь работать. А, еще один выжил. Готов, хлопчик. Так, ну что, еще волна. Ой, надо двигаться, друзья мои, постоянно, чтобы не попасть. Оп, хоп, хоп. Ловко у меня получается, да? Отличненько. Сколько еще будет волн? А, испытание пройдено. Сокровища ваши. Давай, я хочу сундук открыть. И что же тут такого? Голова древнего властителя. 30 к защите дает. Хм, Пёся, это, по-моему, для тебя. И это, по-моему, для тебя. Да, но здоровье еще меньше становится. Так что как-то нам, ну, если честно, не с руки. Эти доспехи на ранней стадии игры, может быть, как-то нам зашли, но на поздней как-то, ну, совсем не айс, если честно. Так, я, знаешь, что предлагаю? Сделать еще одно задание. Или все-таки пойти. Или все-таки пойти туда. Ух ты, смотри-ка, здесь задание какое-то есть. Эй, вы же не боитесь змеи учить лапки? Поможете мне в эпической смертельной схватке? Уровень 50, вот это уже лучше, это уже хорошо. Смотрите на твоего пса, вон там. И чё? А мы пытались выгнать другого, если бы я мог доплыть туда. И он продолжает лаять на меня, будто я понимаю, о чем. Стойте, ты собака? Ты можешь перевести эту записку, которую я нацарапал. Прочитайте ее ему, это заставит его бежать отсюда в слезах. Селянин дает вам записку. Равные соперники. Что? Этот комок шерсти назвал меня толстой, старой, слюнявой дворняжьей мордой? Ты скажи ему, что он злой. То шарахается от огурцов. Я не боюсь никаких огурцов. Шерсти клок. Он не убежал в слезах? Селянин дает вам мяч. Они любят играть в мяч. Бросьте этот мяч как можно дальше. Он потеряется в поисках. Давай. Вы бросили мяч изо всех сил. Но. Мячик, скоро буду. Селянин показывает вам мяч. Возвращаю его. Этот кот думал, я потеряюсь. Вот, мяутное масло отпугивает котов. Дайте ему это. Селянин дает вам мяутное масло. Мур, как он посмел? Пора пускать в ход котовник. Большинство собак от него клонит в сон. Так, мы получаем котовник. Ха, я просто вздремну тут. Я могу спать стоя. Не действую. Он уснул. Он все еще здесь? О, мяу-лорд, какая настойчивость, а? Упс. Упс. Стойте, у них тоже есть виверны. Его сейчас едят, спасите его. Так вот придется. Подожди. Как бы мне самому тут плохо не стало. Да отойди ты. Да будешь ты бомбить или нет? Так, давай, давай, давай. Упс. Подбили. Хорошо, отлично. Что, он проснется? Зррр. О, все в порядке? Тебе повезло, песик. И, если честно, это весело. Хотя от всех этих военных действий в глазах немного потемнело. Скажите ему, что он выиграл раунд на этот раз. Кот все-таки... Точнее, ну да, кот все-таки выиграл, да? Он в порядке? Фух, нет, я не успокоился. Все у меня урна, я приму победу на этот раз. Вот, возьмите немного золота в награду. Квест пройден, 67 уровень. Ребята, это, конечно, все хорошо, но мне бы на самом деле пригодились бы, наверное...
не деньги, а все-таки золото. Так, ну что же, мы с вами идем, идем. Там вон тоже какая-то пещерка есть. Может быть, пройти? Какой уровень? 70-е руины. Кого там? Седесим. Очень интересно. Оу, слушай, здесь будет... Ну, здесь 70-го уровня будут монстры. Я, наверное, не потяну или потяну. Исследовать табличку. Проверьте свою ловкость, и наши сокровища перейдут в ваши лапки. Ребята, мы с вами сейчас очень круто встрянем. Я уже вижу, что нам будет здесь жестко. Судя по тому, как я бомблю самого первого монстрика. Это очень паршивенько. Так, одного ушатали. Но это только один. Видишь, если бы еще вот эти вот штуки бы здесь не летали бы, было бы попроще. Но, ать, больно было. Так, волна 2. Ой, тихо. А что ты так летаешь-то шустро, парень? Давай без фокусов. Да чтоб тебя, они не дают мне остановиться. Пёся, ты будешь с ними драться или чё? Я один-то тут не справлюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, друзья мои, у меня очень мало здоровья. Вот тебе и... Котя, Котя, вставай, Котя, вставай, Котя. Ай. Слушай, они за мной увязались. Котя, ты будешь вставать или нет? Да какой там вставать, он лежит лежебока. И все тут. Ой, сейчас меня ребята здесь накажут, чувствую я. Котя, проснись. А, они тоже получают урон, значит, все-таки, да, от этих штук. Так, мне знаешь, что тогда выгодно? Котя, вставай. Мне выгодно, чтобы они попадались под них. Котя встал, молодец. Красавчик. Так, хорошо. Теперь нам остается только лишь дракончик с вами как-то подставить. Икс, мне икс нужен, чтобы перемениться. И последняя волна. Также будем, наверное, с вами бегать. Ой. Ой. Тихо. Давайте, давайте, подставляем. Подставляем их под эти вот. Вот. Вот именно про это я и говорил. Давай, беги, беги. Отлично. Так, теперь сюда. Ой, тихо. Ой, не надо. Пожалейте меня. Иди сюда, иди сюда. Вот. Блин, как-то немножко... Немножко не там. Вот, иди сюда. Иди сюда. Ать, минус один. Уже хорошечно. Не надо бомбить. Ой! Ну, готов. Фу, ребята, испытание пройдено. Да, хитро было с моей стороны вот так вот бегать и юлить. Сокровища мои. Вот здесь должно быть хорошее сокровище. Для нашего уровня. Голова древнего властителя. Слушай, к защите дает 96. По-моему, для пёси это будет вообще изумительно. Ну-ка. Смотри, ну опять же, здоровье отнимает. Причем очень сильно. Блин, ну дает зато защиты. И отнимает еще атаку. Даже не знаю, друзья мои, что сказать вам по этому поводу. Просто не знаю. Я с оружием-то лопухнулся. Взял вот это вот. Может быть, все-таки... Давай, наверное, все-таки оденем его обратно. Ну, пускай у нас будет минус там, к этому, к доспехам, да, и к атаке. Но зато будет здоровья много. Да. Пускай у нас будет лучше, больше здоровья. Так, хилочку, хилочку. Где хилочка-то? Ну, что ты делаешь, а? Рэй, ты всю энергию опять потратил на Р, а на F огонь. Ладно, пойдем с тобой посмотрим, что дальше нас там поджидает. Что тут написано? Барьер. Какой барьер? Непонятно, какой барьер. Так, пещера Мурина. Поля Кис-Кис.
Да отойди ты от меня. Прицепился-то. А? Всыпали? Всыпали. Так, мне нужно хильнуться. Мне нужно хильнуться. Изогнутые коготки. Ух ты, это кто? Это камень. А что он такой сопливый-то? Первого уровня, что ли? Такой ватный. Ага. Так. Лев впереди. Вы готовы, ваше мурлычество? 80-й уровень сложности. О-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, надеюсь, у нас с вами получится. Это дворец - портал в нулевое измерение. Что за мяу? Это самозванцы. Да иди ты в лес, а мы сможем их... О, какие они... Ой! Нет, 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 нет. Давай-ка мы их тоже попробуем. Да хорош, тут сколько вас. Слушай, а если мы их на шипы загоним? Попробуем. А? Беги сюда еще. Отлично. Вот так мы с вами и разберемся с ними. Ну-ка. Ты готов? Иди сюда. И ты, кстати, тоже беги за мной. Сейчас мы вас маленечко здесь. Ой. Ну, где вы там? Не вижу я их. По-моему, они там отдуплились. Ну что же, давай тогда вот этих, наверное, двоих приманим теперь. Пускай они бегут за нами. Давай-давай, бегите, бегите. Вас тут как раз надо разбомбить. Ах ты. Они повернули обратно. Они, друзья, повернули обратно. А что у нас здесь происходит? Так, там сундук. Ну, естественно, с деньгами, да? Бомбим. Без подстав. О, хорошо как бумкнуло. Все равно, мне кажется, у меня оружие слабое. Как мы будем с вами босса бомбить? Я ума пока не приложу. Так, ну давай, давай, иди сюда. Иди. Хе-хе-хей. Какие же вы глупенькие, а? Так, давай мы с тобой, наверное, посмотрим, что у нас в этом сундучке лежит. Ну, естественно, монетки. Я, кстати, так и не понял, для чего монетки. Ничего купить я здесь не мог. Хотя мог. Я мог купить магию, но она продается в особых алтарях, в зданиях. А эти здания мне почему-то не попадались на глаза в последнее время. Да отвали ты от меня уже. Достал, бежит и бежит, бежит и бежит. Не знаю, ребят, почему я взял именно котика. Но мне почему-то кажется, издалека лучше бомбить, чем драться вплотную. Так, отлично. Давай еще захиляемся. Нам нужно хиляться. Так, где еще? Вот они. Так, а там сокровища, кстати, лежат. И эти сокровища должны нам быть впору. Песя, ну ты бы бомбил бы. Ну серьезно, ну почему ты как-то вот, я не знаю. Я вот стучу по нему, бомблю. А ты вот никак не бомбишь. Ты бегаешь за мной больше. Это нечестно. Все на меня повесил, всю основную работу. О, так. Тут где-то еще один бегает, вот он. Но чтобы открыть сокровища, мы, скорее всего, должны здесь всех их подбить, да ведь? Да, скорее всего, так. Так, отойдем. А если я вот так вот? А ему по барабану, да? На мой огонь. Да отойди ты. Так, с этой стороны, по-моему, тоже, если не ошибаюсь, должна быть стража. И там сундучок. Так, да, ой, что ты делаешь-то? Немножко их поджарил. Видишь, они получают постепенный урон от огня. Это мне на руку. Так, отхил. Давай, 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 бомбим. Минус один. Так, это мы сейчас с тобой будем драться со львом, я так понимаю, это будет босс, да, лев. А потом мы пойдем с вами к волку. Так, а теперь нужно еще разобраться с теми двумя, да, которые вон там стоят. Только после этого мы с тобой сможем, наверное, открыть сокровище. Ну, судя по всему, должно быть именно так.
на нас среагировал только пока один. И это хорошо. Блин, второй. Ну куда ты... Вот пес, я не понимаю. Ты... Ой, ой. Иди сюда. Иди, иди, иди. Молодец, прям на шипы попал. Круто. Так, а мы с вами идем за вторым. Второй тут стоит, грустит. А мы его бам-бам-бам-бам наказываем. Давай. Так. Ать! Обманули дурочка на 4 кулачка. Бомбим дальше. Ну. Готов. Так, ну по идее, ребята, мы с вами уничтожили всех. Уничтожили всех, да? Здесь у нас сундук с монетками. Только не говори, что ты мне сейчас откажешь в открытии вот этого сундука. Ну? Нет, смотри-ка. Ледяной посох, уровень 23 и 39 к магии. Так, вот это, по-моему, для нас будет самое то. Ну-ка, давай проверим. Вот у нас посохи. Ну, смотри-ка, дает 21 прибав... Ага, зато, смотри-ка, шкала. Зато шкала стала меньше. Что-то я не могу понять. Минус 50%. Короче, этот посох нам дает урон ледяной магии. Окей. Ой, а что они так... Да ну, серьезно, что ли? Что так хиленько-то они летят? Ладно, ребят, посмотрим, что нас там впереди поджидает. Погнали. Так, хильнемся с тобой на всякий случай. И входим. Опс. Твоя власть пала, лев? Не знаю. Вы, болваны, все еще живы? Почему вы не дали мне установить истинный мир? Пока существуют собаки, война никогда не закончится. Разве это не ясно? Да, покажите ему ваш приговор. Не расстраивайте меня сейчас, мои хомячки. Понеслась, да? У вас даже нет королевского клинка. Что ваши лапки могут мне сделать? У нас есть нечто посильнее. Интересно узнать, что? Муха-ха, о да. Тихо. Так, ребят, я не знаю, что... Что это я взял? Какой-то дребудень. Друзья мои, ну... Да. Да отойди ты от меня. Я так буду до посинения, по-моему, драться с, вот с этой магией льда. Если честно. Да, очень тяжко бомбить. Но она вроде бы наносит урон, да? Ну как-то... Я, честно говоря, ожидал большего. Ладно, главное разобраться нам с подмогой, которая здесь очень часто бегает. Мешает просто-напросто, вредит мне. Этот вот котик тоже с дубинкой достал. Так, песик, ты, главное, мне помогай. Я, если что, буду нас хилять. Потому что я смотрю, у тебя здоровья не очень много. Поэтому надо хилять его. Нет, ну как-то, я не знаю, ребята. Магия льда мне что-то не особо устраивает. Единственное, что я взял ее, почему? Потому что она все-таки магический урон наносит побольше, чем огонь. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть было не поймали меня врасплох. Это у нас лев, потом еще будет кто? Потом еще будет волк. Потом еще будет волк, да? Так, отойди. Да, льва-то я, конечно, запарюсь так бомбить, если честно. У него здоровье-то, смотри, как у буйвола. Ну. Так, минус еще один вражина. Так, остался... Тихо, не попадаемся. Осталось еще два помощничка, которые тут бегают. Ну и можно будет уже браться за самого льва.
Интересно, какой королевский клинок должен быть у меня в руках? Ой, песика подбили. Да ладно, серьезно что ли? Надо помогать, ребята. Если меня просто, не дай бог, нечаянно тут шваркнут, то мы погибнем. Потому что песик у меня лежит, а его нужно оживить. И желательно быстрее. Так, мы сейчас подальше отведем врагов этих. Так, песик, давай, вставай. Как ты долго оживаешь, а? Как ты долго оживаешь, серьезно тебе говорю. Ну, ты бы хоть бы сам себе немножко-то здоровье-то восстанавливал-то. Да. Тихо, это опасно, ребята, было. Такой взмах. Вот этого голодранца бы подбить бы. Он быстрее, по-моему, бегает, да, чем лев. Да, он быстрее бегает. Поэтому в моих интересах его уничтожить первым. Тихо, не надо буянить. Да что ж ты будешь делать? Какой живучий, а, мелкий паршивец. Пёся, вставай. Так, все, наконец-то этого олуха подбил. Так, остается у нас тут король. Мои хомячки. Так, встает. Фу, пёсик, слава богу, ты встал. Давай хильнемся с тобой, наверное. Да и будем наказывать этого льва. Что, у него там противостояние какое-то идет? А, против физического урона у него защита, оказывается. Блин, по-моему, сейчас мне опять пёсю закумарит. Так. Слушай, ну уже нормально мы у него там здоровье отняли. Кстати, лед его очень хорошо бомбит. Ты посмотри. Получает он, ну, существенный урон. Я даже вижу. Так, пёси, давай мы с тобой. Блин, я хилку врубаю, а он где-то там бегает. Давай, 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 давай. Бомбим его там, осталось совсем чуть-чуть. Тихо, не подставляемся под удар. Ну, чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Есть. Фух, пух, мяу. Невероятно. Как ты это делаешь? Это и есть лев? Просто две лапки лучше, чем одна. Мне этот кот напоминает, знаете кого, ребята, лев? Нашего первого героя из Cat Quest первая часть. Ха-ха-ха-ха. Мухаха. Я покажу вам, что могут мои лапки. То есть фаза 2 пошла, да? Тихо ты. Ой, ребята, а чё я так... А чё я так бегаю-то еле-еле? Эй! Да ну, хорош, серьезно что ли? Он урон-то хоть получает? Получает. Ну, очень кислый урон. Мои лапки, что там твои лапки? Смотрите, у него на голове знак, ребята. Двоечка там. Так, это он ускоряется, он молниями бомбит. Слушай, вот когда вот эта штука активна, лучше бегать от него. Я это уже понял. Все, вот теперь... А-а-а! Он, оказывается, когда врубает вот эту вот сферу, он нас замедляет. Вот оно что, друзья мои. Он нас замедляет. Так, а если он боится огня, интересно? Так, 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 давай, 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 давай. Ой-ой-ой, надо бегать. Надо бегать, ребята. И не просто бегать, а бегать как очумелый. Блин. Я не знаю, как... Мы еще с вами с волком будем драться. А волк это, я так понимаю, будет собака, да? Так, он... Вроде бы... Так, давай, 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 давай. Немножко поджарим его, да? Опять он врубил свою эту... ерундовину. Ой, как я медленно бегаю. Ну, прям невозможно. Так, давай... Во, все. Прекратил. Прекратил. Хорошо, я ему вмазал сейчас. Что он, почему он за мной бегает? Почему он за пёсей не бегает? А? Как ты думаешь? 80 уровня босс, ребят. А я 60, извини меня, 8. То есть на 12 уровней он у меня круче. Причем не забывай, это босс. А я обычный рядовой котик. На тебе. Так, ребята, главное не сделать какую-нибудь нечаянную ошибку. Я не хочу отдуплиться здесь ненароком. По своей глупости, или по своей спешке, или еще что-нибудь. Ой-ой-ой-ой, убегаем, убегаем. Да убегай ты, говорю тебе.
Что это тут за форма человека? Что он здесь делает? Он в первой части был, я помню. А здесь он почему-то вообще какой-то злобный. Может быть, мы как бы работаем на него? Ну, не мы работаем, а он первый котик с первой части стал как бы его помощником. Тогда я не понимаю немножко логики, да? Люди решили избавиться от кошек и собак? Или что? Так, пардонче, тут еще меня немножко отвлекли. Так, секундочку, сейчас мы... Сейчас разберемся, главное не потерять сноровочку. Окей. Так, бомбим, бомбим, бомбим. Блин, у него осталось совсем маленькое. Но мне кажется, если будет волк, то он будет, наверное, либо такой же, либо еще будет сильнее. Опять он свою заморозку врубил. Уворачиваемся, уворачиваемся. Все, да? Закончилось. Вот, все, друзья мои. Зашкварили мы его. Единственное, чего я всегда хотел, это мир. Истинный мир. Но на Вермяу ваш способ лучше. Лев. Лев отдуплился, по ходу дела, да? Мои короли, мне жаль, что вам пришлось это сделать. Прощай, лев, мой старый друг. Мяу, что случилось? Войне конец? Уже скоро, пока власть льва уничтожена. О, мы спасены, и больше никаких неплапных налогов. Да, но умурляю, возвращайтесь по домам, здесь еще небезопасно. Кыш, кыш, брысь. Распугал их всех здесь. Судьба горожан в ваших лапах, ваше мурлычество. Прекратим эту войну раз и навсегда. Квест пройден. 71 уровень у меня наконец-то. Так, теперь я понимаю, друзья, нам нужно... Друзья, помогите вернуть мне пропавшие чертежи. Нет, уровень 15 это не годится. Мне бы вот сохраниться. Вот, сохранялочка у нас здесь. Ну что же, мы, я так понимаю, идем теперь к волку. Верно? Погнали. Мне бы вот какое-нибудь оружие хорошенькое, да? Не помешало бы. А то этот какой-то посох, ну вообще не алло. Серьезно. Ну что это такое, ну? Пукалка какая-то. Если бы она еще хотя бы замораживала бы врагов, был бы какой-то толк, а она не замораживает. Где же у нас волк-то? Угу. Это у нас что за домик? Хот-то, да? Так, хот-то дуга. Ищите, где бы улучшить свой хот-дог? Так, а я могу улучшить? А, я могу улучшить оружие. Так, что у нас одето? У нас одета вот эта штука. Уровень. Насколько? Ой, у нас денег-то, господи, целая куча. Ну, давай вот так вот. Ничего себе, мы буревестник с вами прокачали. Офигеть. Слушай, а это четко. Давай еще, наверное, маленечко, да? Вот так вот. Шикарно. 136 урона наносит, ты представляешь? Блин, вот это классно. Мне бы вот где-то еще магию бы прокачать, было бы вообще великолепно. Так, а что у нас тут? Ничегошеньки. Так, ну что же. Мы сохранимся с тобой здесь вот, да? Окей. Ну что же, Левушка, коровушка. Точнее, не Левушка, а волчара. Замурчательно, покончим с этим. Вернуть империю. Да-да, конечно, конечно, будем возвращать империю. Заходим. Владение волка. Надо подойти, что к нему. Не понял. Ой, что ты, ёпарса, ты пугаешь-то? Да! Так, секунду. А, эти... Блин, сейчас отдуплюсь еще нафиг ненарухом. Давай похиляемся, наверное. А здесь-то как надо сделать? Так и вот так вот, что ли? Блин, зашибись, они тут напридумывали.
Маны нет, хинуться не могу. А добежать мне нужно вон до тех ворот, как ты понимаешь, да? Ладно, хорошо. Так, ну запускай свои шары. Окей, побежали. Фу, нам повезло. Опять вы двое. Вы все преследуете меня. Верно, волк. Эта война закончится прямо сейчас. Ра-ха-ха, чудненько. Я покажу вам, почему меня так называют. Лабораторам. Тихо ты. Фига ты, чудишь, что тут парень. Ой-ой-ой, ребята, они огонь. А у меня, прикинь, лед. Они получают колоссальный урон. Тихо ты. Смотри. Да, о, он замораживается даже. Вот этого хламона я наказать хочу. Я его накажу. Что ж ты будешь делать-то? Так, надо его наказать, вот этого малыша, который там бегает. Да блин, волк, это понятно, но мне нужен не волк. Вот, смотри, что у меня делает этот пёся. Так, правильно, я ему прокачал физ-атаку, будь здоров, он теперь так звездярит, что мало не покажется. Я ему практически никакого урона вообще не наношу, так, окей? А пёся бомбит там божественно. Так. Ну что это у меня, 78, что это за урон, 78, это вообще ни о чем. И пёся бомбит почти по 1000, да? Вот это разница. Погоди-ка, если я на тап нажму и поменяю себе оружие, я возьму вот этот вот посох. Посмотрим, как этот посох работает, ребят. Пши. Короче, я понял, у него к магии защита, его нужно именно физухой бомбить. Куда ты подставляешь-то, коте? Ой, дурилка. Сейчас бы с тобой крякнули бы здесь в одну секунду и все бы. Да, тут только, короче, моему псу бомбить. Моему псу. Слушай, он неплохо справляется со своей задачей. Вот что я тебе хочу сказать. Давай, 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 давай. Эть! Не попал. Вжариваем, вжариваем. Отходим. Продолжаем бомбить. Так, надо обойти. Поехали. Так, отойдем. Да что ж такое, отойдем. Ну, чуть-чуть осталось, там совсем капелька. Эть, эть, эть. Готов, упал. Фух-пух, это был гаф. У вас нет даже королевского клинка. Вам это не по лапкам. Но в отличие от тебя, мы есть друг у друга. А кто сказал, что я один? У меня есть канин. Уничтожьте их, мои дворняшки, или я уничтожу вас. Понеслась, да? Вы гавкающие трусы и изменники. Преданность, вскормленная на страхе, может подвести в любой момент. Угу. Охо-хо-хо-хо, эх. Кому нужна преданность, если у меня есть я? Все-таки он не успокоился, да? Сразитесь с настоящим волком. Ха-ха-ха, ну давай. А как мы узнаем, настоящий волк или нет? В плане, он... Это не тот, да, по ходу дела? Тихо ты. Так, а где волк-то настоящий? Блин, так тут их много, оказывается. Да иди ты, переключись вон на того. Чё-то я не могу понять, а где настоящий волк? Ты мне подскажешь? Нет, не хочешь подсказать? Вот он. Ребята, мы нашли с вами настоящего волка. Пёся, пёся, бомби вот этого. Куда ты там? Ой, дурик, прицепился к нему и все, а. Вот, говорю, настоящий. Вот, наконец он его нащупал. Давай, бомби, бомби. Слушай, он без доспехов вообще ватный. Смотри, сейчас его мой песик быстренько накумарит. Фу, ватник.
Давай, пес, еще удар. Все. Это что, настолько апортально, что вы никак не уясните? Собакам и котам никогда не жить в гармонии. Единственный способ — это страх. Да иди ты в лес, опять он за свое, а? Опять он за свое, опять он тут начал. Что он там делает? Нифига он там буянит, разбуянился, а? Он не на шутку тут бомбит. Блин, совсем хреновенько как-то. Так, а где у меня пёси? Пёси у меня на месте. Так, тихо. Ух ты, ё-моё. Давай его наказывай. Блин, офигеть. Два босса такие жесткие. А если вот так сделаю? Ух, ё-просто, ребята, вот это попал. Вот это я попал. Блин, надо спасать. Понимаешь? Все, я погнал. Спасать котика. Котя, вставай быстрее, быстрее, быстрее. Вставай, родной. Переключаемся, погнали. Бомбим его, бомбим. Не жалея наших лапок, мы должны его наказать. Так, отходим. Что он там чудит? Наказывай его, пожалуйста. Пёся, пожалуйста, боги. У тебя силы в разы больше, чем у меня. Я по нему вообще никакого урона не наношу. А песик бомбит. Ё-моё, будь здоров. Так, отходим. Ай, бежим. Давай, 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 родные мои. Поднатужились. Тихо! Ух, повезло. Фу, у меня же в горле пересохло. Ребята, ну, давай. Тут осталось-то немножко поднатужиться и добить, как говорится, его. Так, отойдем. Так, опять он свою ерундовину эту вызвал. Я не знаю, что она делает. Ну и знать, честно говоря, не хочу. Боюсь я к ней подходить. Так, ну. Пёся, бомбани ему. Все, готов, парень. Я думал, что смогу объединить свою империю страхом. Но я ошибался. Может, коты и собаки и не настолько разные на самом деле. Может быть. Впечатляет. Выходит, единство сильнее власти или страха. Элиус, ваши хомячки повержены. Вы проиграли. Я видел этот момент в бесчетном количестве временных линий. И это единственное, в которой единство побеждает. Возможно, я искал именно вас. Фух, так что, война наконец закончена? Фух-пух. Гав, в Персидском океане образовалась черная дыра. Ёпрсте. Что? Шерсти клок, это такое? Идите ко мне, мои хомячки. Ого. Мои короли, если мы не остановим Элиуса сегодня, кто знает, что он сделает завтра? Еще один последний квест. Мяукей? Мяукей. У нас выбора нету. Давай сохраночку с тобой где-нибудь найдем. Где вот сохраночка? Ох, еще будем сейчас мы драться с Элиусом. Не было, как говорится, печали, да, на нашу голову. Ну что же, вперед. В добрый, как говорится, путь посреди океана. Мои короли, я знаю, вы не позволите Элису испортить вас опять. А вместе вам по плечу любые горы. Око вечности, уровень 85, жесть. Я жду, мои хомячки. Жди, жди, мы уже на подходе. Из всех возможных временных линий у этой самый сильный потенциал. Я искал целую вечность, силу, которая может сравниться с моей.
Потерпел множество неудач, но вы, мои хомячки, и есть эта сила. Присоединяйтесь ко мне, и вместе мы добьемся бесконечного мира. Угу, мы против, конечно же. Я вижу. Неважно. И, ох, ё-моё, ох, ё-моё. Так или иначе, эта сила будет моей. Так, тихо, ребята. Ё-моёшечки, что он тут вытворяет? Так. Ой, рука, значит, идет отдельно, да? Надо, наверное, руки ему подбить в первую очередь, я думаю. Ты смотри, что он делает. Пуляется всякой гадостью. В общем, короче, лишаем. Ты смотри-ка, попадает прям в меня. Блин, глаз этот противный. Так, а мы бегать можем куда захотим и сколько захотим? Или у нас есть... Нет, а, есть ограничения. Так, пёся, давай. Наверное, надо было мне все-таки все деньги тратить на атаку. Зачем они нам нужны? Ну, я не знал, что это будет последний босс, если честно. Так, тихо. Что ж происходит-то? Блин, как тут быть-то? Меня зажали практически, ребят, надо... Вот так вот обойдем. Тут глаз еще плюется ерундой всякой. Посмотри, а? Он прям в меня попадает. Манны нет, блин. Манны нет. А мне нужно хильнуться, друзья мои. Да ладно, серьезно что ли? Блин, трындец. Хоть я еще дуплился не вовремя. Ну что будем делать? Конечно, будем сейчас призывать их здесь. Потом пойдем Котю спасать, другого варианта я пока не вижу. Пока не подлетят, я надеюсь, Котя встанет к этому моменту. Котя, вставай. Отлично, встал. Встал, да? Меняемся местами. Блин, очень мало... Очень мало у меня энергии. Вот что я хочу сказать тебе. Ее вообще нету. Значит, этой фигней там пуляется в нас. Да блин, почему ты делаешь не то, что нужно? Мне нужна хилка, а не... Ай! Опять 25, а? Блин, давай только не будем расходиться, а? Пожалуйста, идите все вместе, все дружно. Блин. Вот тебе, ребята, и фигня получается. Давай, Котя, вставай. Вставай, 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 родной. Ну, ты встал, встал. Молодец, красавчик. Меняемся. Блин, подожди. Отойдем. Ать. Ать. Так. Чё ты не меняешься-то, Икс? Вот. Манны, блин, опять нету. Ну. Если ты будешь бомбить сам по себе, или не будешь нифига бомбить по этой руке, по этой клешне никудышной. Давай, 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 давай. Может быть, конечно, и не надо эти руки бомбить. Может быть, сразу в глаз лучше стрелять. Но все равно, ребят, я хочу уничтожить просто-напросто. Ну, попытаться, по крайней мере. Давай, давай, давай. Да ёпрасы ты, опять котик. Тихо. Да. Это долгий будет бой, судя по всему. Не все так просто, как я думал. Босс действительно сложный. Котя, встаем. Встал, молодец, роднулька. Бегаем теперь. Сейчас я на тебя переключусь. И мы с тобой хильнемся тут, маленечко. Блин, манны нету, хильнулись, называется. Меня убивает, знаешь что, вот этот вот шар, который он выпускает, вот этот вот скоростной, он меня убивает, я имею в виду кота. Вот этот вот, который он сейчас выпустил.
Ага, похиляемся чуть-чуть. Блин, да как же жестко, а? Мне постоянно приходится вот так вот уклоняться, блин. Черт подери, ну и босер, а? Он еще и отхиливает их. Ты серьезно? Я только сейчас увидел, что он их отхиливает. Обалдеть. А что я себе в глаз зарежу? Что будет? О, выгоднее в глаз бомбить, кстати, ребята. Мы, ну, хотя руки тоже надо бомбить, ё-моё, блин. Сейчас раздражает. Почему нету манны? Я не понимаю. Манны просто хоть одним местом жуй. Давай, летите сюда. Мне надо обязательно их увести подальше, чтобы я смог подойти и опять оживить нашего кота. Да чтоб тебя. Котя, вставай, вставай, вставай. Так, уходим. Мы с тобой вот сюда вот встанем и похиляемся маленечко. Блин, у этой лапы там мало было здоровья. Откуда у нее опять восстановилось, что ли, все? У одной из лап было мало здоровья. Опять у них полностью все восстановилось. Бред какой-то. Иди ты еще, притягивай он меня туда своим этим ураганчиком. Давай, 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 давай. Можно, в принципе, ребята, вот эту вот лапу дожать первую. Пёся, лечись. Восстанавливай себе здоровье. Так. Смотри, пёся там неплохо орудует. Вот так вот. Вот это, а что это оно в какой-то в защите теперь? Пробили мы все-таки, да? Давай отходим сюда вот. Пёс, иди ко мне. Стой рядом со мной, лечись. Восстанавливай здоровье. Нет, он... Блин, да чё он такой лютый-то становится, блин? Скажи, секундой. Достал уже, блин. Давай вот эту вот руку с тобой добьем, блин. Хотя бы одну. Хотя бы одну добить нам, и уже будет... Нам попроще с тобой. Смотри, что чудит, а? Что творит? Ух. Пёся, почему ты не помогаешь? Пойму я тебя, пёс. Не пойму. Написано, мы говорили же, вместе мы сила. Где мы сила? В каком месте мы с тобой сила, если ты вот так себя ведешь? Ай-яй-яй. Бомбим. Блин, пёс не помогает ни шиша, понимаешь? Он помогает через раз. Почему-то, не знаю почему, но так происходит. Вот я бомблю сейчас в данный момент, да? Он стоит, дуркует. Ну, давай. Совсем чуть-чуть. Да неужели, блин, да неужели. Так, друзья мои, осталась одна рука. Одна рука. Мы ее сейчас с тобой быстренько. С одной рукой нам, мне кажется, будет попроще справиться. Не забываем, да, что она выпускает вот эту парашу всякую в нас. Этот шарик свой. Отходим, отходим. Надо бегать, уворачиваться. Вот он, выпустил его. Давай, давай, прожаривай. Да ё-моё. Так, тихо, 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 тихо. Этот Элиус, ребята, это тебе не человек. Ты понимаешь, да? Это какой-то демон. Но форму он делал, как бы сказать, делал человеческую. Облик, по крайней мере. Ага. Вжариваем, вжариваем. Бомбим. Продолжаем бомбить. Твою маковку, не успеваю, ребята, иногда увернуться. Опять он мне, да, попал. Тихо, уклоняемся. Вот этот шар. Сейчас опять, да? Слышь, он периодически его выпускает. Особенно, когда его начинаешь бомбить.
Нету маны опять. Почему нету маны? Не понимаю. Сейчас котик у меня просто отдуплится и все. Он уже погиб. У песи, кстати, тоже не очень много здоровья. Нам нужно утащить, увести эту руку сюда подальше. И потом мы с тобой побежим, оживим нашего котю. Надеюсь, у нас это получится. Сейчас было рискованно, да, вот этот вот. Давай, котя, вставай. Встал, встал, молодец, иди сюда. Сейчас мы с тобой будем здесь. Ага, отхиливаться хотел сказать. Ага, отхильнулись. Прям тысячу раз как отхильнулись. Блин, почему с этой рукой так сложно справиться? Я не могу понять. Что в ней такого? Обычная рука, паршивая рука, которая... Ничего в ней такого нету. На тебе, не можем мы с ней совладать, а? Почему я нафиг врубаю огонь, когда мне нужно хилку врубать, а? Вот. Хиляемся. Отходим. Да, это долгий, эпичный бой получается. Нет, может быть, если бы у меня было бы, например, какое-нибудь супер-пупер оружие, да? Мне кажется, это у нас оружие такое еще вшивенькое. Особенно у меня посох магический, блин. Урон, который... Ну, 261, в принципе, нормально. Так, подхилимся чуть-чуть. Бомбим. Ах ты, попал все-таки, саданул, а? Ну, последнее, блин, приготовление. Давай, 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 дожимаем. Потом мы этот глаз с тобой раскромсаем. Фух. Давай хиляться. Песик, мы с тобой похилимся маленечко. Глазик когда-то остался у нас один, беспомощный. Бомбит своими этими ерундовинами. А мы будем сейчас в него бомбить. Ну, а что он такой вырастает? Мне показалось, нет? А, он еще и магией бомбит. Пёся, а ты чё не бомбишь-то, эй? Я его буду тогда посинение сейчас тут одного шлепать. Пёс, давай, родной. Помогай. Вот, вот, помогает. Тихо, эть. Ай, что я творю? Давай, давай. Так, тут надо отбегать. Как? Как? Друзья мои, так, смотрим, ждем. Мне нужно спасать. Два, три. Отходим. Отходим. Пёс, ты так больше, пожалуйста, не делай. Окей? Ты уворачивайся. Так, он готовится, да? Сейчас он ударит. Мы с тобой немножечко похиляемся пока. Потом я подойду чуть-чуть поближе, чтобы пес тоже мог атаковать. Он сам пошел почему-то в атаку. Ну давай. Выручай, помогай. Отходим. Отходим. Погнали. Так, осталось совсем чуть-чуть. Я надеюсь, больше тут никакой формы у него не будет. Отходим. Погнали. Осталось совсем маленечко. Ну, добили. Надеюсь, добили. Или что? Вы действительно очень сильны. Но, увы, этого недостаточно, чтобы уничтожить меня. Неприятно, правда? Ох ты, а это еще кто? Мои короли, мы привели подкрепление. Все верно, друзья. Мы должны быть все вместе. Мы кетчуп в вашем хот-доге. И это наша битва. А Элиус сразу припух. Вы чувствуете, как внутри вас нарастает энергия. Ох ты. Это королевский клинок? Дракот, твоя жертва не была бесполезной. Появился истинный королевский клинок. Королевский клинок. Экипировать.
вооружившись королевским клинком, и покончите со всем этим. Так, секунду, клинок. Давай, родной мой, тебе пора взять клиночек эти в руки и... Так, а что я должен? Просто бомбануть или... А, у него еще полоска здоровья, понял. Пёся, погнали. Ох, ничего себе, он там лупит, ты посмотри. Ой, отходим, отходим, сейчас он будет магию применять. Пёся, отойди. Погнали. Нифига, он там наяривает этим королевским клинком, ты посмотри. Отходим. Так, погнали. Еще буквально немножко, ему конец этому глазу. Все. Пойдемте сюда. У нас получилось. Кто знал, истинный королевский клинок все это время был в нашем хот-доге. А секретным ингредиентом была небольшая порция сплоченности. Я предвижу абсолютно новую эпоху мира впереди. Направим лапы по домам, ребята. Так быстро. Ах ты, упырь, живой что ли? Мурмяу, худшее наконец-то позади. Если не считать несколько хвостов, в войне скоро конец. Думаю, наконец-то пришло время встретиться там, где все это началось. Мяукей. Квест пройден. А в плане, а что я еще должен здесь сделать? Куда это я должен отправиться? Где это все началось? Давай сбегаем, посмотрим. Ну, почему бы и нет? Мне лично самому даже интересно. Так, озеро Филинград, это я помню. Ух ты, сундук, а я могу? Нужен... Вот где эти золотые ключи, ребята, брать? Я так их ни разу и не встречал здесь. Ну, хватит там уже буянить своими... Так, давай-ка сохранимся на всякий случай, потому что, ну... Если мы вдруг куда-нибудь попадем и погибнем, нам придется все это заново проходить. Я что-то не особо горю желанием. Куда нас тащат-то? Ну, кстати, в этой игре мы с вами не научились летать. В первой части мы летали. А здесь почему-то нет. Куда мы так далеко заходим-то, а? О. Мои короли, вы готовы? Пути назад уже не будет. Эпилог, уровень 1. Когда мы забирали вас из вашей временной линии, нас предупредили, что мы должны будем вернуть вас обратно в тот же самый момент, чтобы не допустить парадокса. Вы не вспомните ничего из того, что пережили. Таков побочный эффект путешествий во времени. Скажите, когда будете готовы, мои короли. Ну что, ребята, мы, наверное, готовы. Ваше мурлычество, подождите секунду. Мы еще не попрощались, мы будем скучать. Хот-дог, который мы приготовили вместе, вышел очень вкусным. Оставьте, я буду жалеть, если не сделаю этого. Обнимашки и целовашки, конечно же, ну как же без этого. Лапа к лапе, я получил достижение. Наши милые друзья. Вот так вот. Так что, все получилось? Королевский клинок выкован снова? Да, остается всего один артефакт. И тогда настанет Алапокалипсис. Кат квест 3. Да ладно, что, серьезно что ли? Ну что же, друзья мои, вот мы и прошли с вами игрушечку Cut Quest. Это была вторая часть, и как вы поняли, в конце нам сделали отсылочку, намек, что ждите третью. С удовольствием будем ждать, с удовольствием ее пройдем. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.